Как дела? Добро пожаловать, герои! Вы услышали призыв серебряного авангарда и без колебаний откликнулись. В этом Колизее вам предстоит сразиться с опаснейшими противниками. Те из вас, кто смогут пережить испытания, войдут в ряды серебряного авангарда, который направится в цитадель ледяной короны. Мои чудовища не чета героям Альянса Тирион. Я видел его достойных соперников в Багровом круге. Просто тратишь наше время, паладин. Из самых глубоких и темных пещер грозовой гряды был призван Гормок, пронзающий мир. Бой, герои! Следующего бойца на арену выходит ледяной рев. Сражайтесь или погибнете, герои! Thank you.
Чем могу быть полезен? Сейчас великий чернокнижник Папамс призовет вашего нового противника. Готовьтесь к бою! Приступаю к ритуалу призыва. Когда я закончу, появится грозный демон. Готовьтесь к забвению! Встретитесь с могучими рыцарями Серебряного Авангарда. Лишь победив их, вы заслужите достойную награду. Они хотели запятнать честь Альянса. Они пытались нас оклеветать. Я требую справедливости. Тирион, позволь моим чемпионам сражаться вместо твоих рыцарей. Мы бросаем вызов Орде. Хорошо, да будет так. Сражайтесь с честью. Сражайтесь во славу Альянса, герои, во имя вашего короля! Это было лишь пробой того, что ждет нас в будущем. За Орду!
уж тебе. Лучшие представители Орды. Жалкая тряпка. Сегодняшних потерь мы стали слабее, как целое. Кто еще, кроме короля Лича, выиграет от подобной глупости? Пали великие воины. И ради чего? Истинная опасность еще впереди. Нас ждет битва с королем Личом. Добрый день. Лишь сплотившись, вы сможете пройти последнее испытание. Из глубин ледяной короны навстречу вам поднимаются две могучие воительницы плети, жуткие валькиры, крылатые вестницы короля Лича. Пусть состязания начнутся! Повелителя, во имя короля Лича, вы умрете! Thank you.
Ты все еще сомневаешься в могуществе Орды, Паладин? Мы примем любой вызов! Тяжелую потерю. Вы проявили себя как бесстрашные герои Серебряного Авангарда. Мы вместе нанесем удар по цитадели Ледяной Короны и разнесем в клочья остатки плети. Нет такого испытания, которое мы бы не могли пройти сообща. Будет тебе такое испытание. Артас, нас гораздо больше. Сложи ледяную скорбь, и я... Нерубианцы воздвигли целую империю под льдами Нордскола. Империю, на которой вы так бездумно построили свои дома. Души твоих павших чемпионов будут принадлежать мне, Фордринг. Место станет вашей могилой. Thank you.
малышка, беги! Пожаловать на испытание крестоносцев. К соревнованиям будут допущены лишь самые сильные бойцы всего Азерота. Вы в числе избранных. Мир тебе. Доброй охоты. Берегись.